Здравствуйте, доктор, у меня кардиомегалия и пароксизмальная мерцательная аритмия. Какие анализы крови необходимо контролировать и есть ли смысл сдавать на микроэлементы и витамины? Пациенты с мерцательной аритмией должны в первую очередь контролировать свой липидный спектр. Это холестерин, ЛПНП. Он должен быть менее 1,8, либо 1,4, в зависимости от риска сердечно-сосудистого. Также контролировать АСТ, ЛТ, печёночные трансаминазы и креатинин, а также уровень калия, магния в крови. Витамины. Если имеется анемия, то можно посмотреть железо, можно посмотреть фолиевую кислоту, витамин В12. Этого достаточно будет.